До середины этой недели самой обсуждаемой частью Ближнего Востока был сектор Газа, где не прекращаются военные столкновения армии Израиля и боевиков Хамас. Однако прямо сейчас внимание мировой прессы переключилось на другую точку региона, ставшей очень горячей. Речь о государстве Йемен. За двое суток Объединенные силы США и Великобритании дважды атаковали Йемен. Массированному обстрелу подверглись несколько десятков целей. Склады оружия, радары ПВО, военные базы, аэропорты. Сообщается как минимум о 5 погибших и 30 раненых. Поводом для удара стали нападения хуситов, военизированных йеменских группировок, на международные суда в Красном море. В последние месяцы захватом подвергались корабли, идущие в Израиль или под израильским флагом, в знак выражения солидарности с жителями сектора Газа. В Белом доме говорят, что не хотят войны с Йеменом, но предпримут дальнейшие действия, если это понадобится. Хуситы же заявили, что продолжат нападать на суда в Красном море и провели демонстративные военные учения. В самом Йемене проходят многотысячные митинги в знак протеста против англо-американских атак.